Всем привет, это Андрей, мы продолжаем проходить Castlevania World of Shadow. Сейчас мы находимся, судя по всему, здесь, точнее, в этой комнате. Опс. Находятся игрушки вампирессы Лорры, как мы видим. Куча разных игрушенций. Так, ладно. Извини. Вора. Но я их разобью. Так, сюда не пройти. Что это у нас тут такое? Игра. Теперь бросаем снова этот. Нет, фигня. Не все так просто. Другого дела. Плохо дело. Так. Вот же гадство. Гадство, а? Так. Блин, уже неправильно. Гадство. Что же это за гадство-то такое?
твоем мете. Да. Все-таки получилось. Хорошо, тогда посмотрим, что у нас здесь. А здесь наш павший брат. И Кристал Хаус. Зашибись. Не так уж сложно, но все равно напряжно. В исполнении. А, еще один павший брат. Но у этого, скорее всего, свиток. С подсказкой. Ясно, забавно. Игрушку подарила доченьке мать. Ну, мы прошли этот уровень. Все собрали. Зашибись. Продолжим. This part of the castle was once where acclaimed scientist Friedrich von Frankenstein conducted his experiments into artificial life. He was quite mad and often would conduct horrific and depraved acts trying to discover the secrets of life itself. His own demise was equally gruesome. The vampire queen took him but kept him alive thus over many centuries. She fed on him daily, keeping him at the brink of death, yet living and aware. Why she did this is only known to a few. She once loved life and loved living things, and before she became a Lord of Shadow, she vowed she would punish Frankenstein for his vile acts. As a Dark Lord, she was able to keep her word. Ну, я все-таки оказался прав. Это действительно предыдущий раз Зобик намекал на Франкенштейна. И сейчас мы сразимся, будем, наверное, сражаться с чем-то из его творения оживших. Но вряд ли это будет оживший мертвец. Или все-таки оживший мертвец? Интересно. Так. Тут у нас братец, книги. Ну и что будет, если мы станем? Ударить по кнопке. Так, мы станем на кнопку. Так, что в свитке? Подсказка. Thank you.
пробрались. Но впереди еще ловушки. Что у нас здесь? Что это за трансформатор его. Ага. Ну, давайте начнем. Правда, я еще не понимаю, что от нас тут требуется. Помимо ударения по кнопкам. Так, тут ничего не лежит. Ага, братец. Это я зачем сделал? Клавиши перепутал? Что, подсказка? Нет, кристалл света. Зашибись! Окей. Теперь что? А, блин, опять нажал. Окей. Что дальше? Ничего вроде. Давайте пойдем дальше. Ну, у меня бы... Все же у разработчиков богатая фантазия была. А у художников... Ну, художники просто молодцы. Но. Было бы лучше, если бы мы тут, конечно, встретили создание Франкенштейна. Оживший. Монстра. Что это нам дало? Промазал. Попал. Ножички. Окей. Что у нас здесь? Ничего интересного. Так, этого у нас полно. Больше кнопок я здесь не вижу. Ладно. Окей. Так, этот... Нет, коробка не развивается, ладно. Не, не,
нас не устраивает. Но это опять же нам ничего не особо не дает. Чего же мы еще не сделали с вами? Дамы и господа. Чего-то не вижу. Перепрыгнуть можно? Скорее всего, нельзя, но почему бы не попробовать? Нельзя. Что за паскудство-то? Тут прошли, а там... А, в этом смысле. Окей. Нет, что-то я совсем сейчас немножко не то сделал, ладно. Давайте. А, гадство. Кажется, я понял, что надо делать. Сейчас попробуем этот фокус. Если я все правильно понял.
Так. Кинжалы. Так. И опять. Вуаля. И эту загадку мы прошли. Очередная загадка. И что у нас здесь? Это мне все не нравится. Загадка усложнилась. Движущие платформы. Рычаг. Так, я вижу. Вижу. Так, тут только кнопка. Что это у нас? О-оу. Это мне не очень нравится. Твою. Ну, зашибись. Так, что это за хрень. Ну, обрадовали. Твою медь! Yeah.
над Гатсом. Гадство! Ну, вот и все. Ладно, с первой попытки не получилось. Давайте продолжим во второй серии.